Оксана, ну ты знаешь, как на молодежном сленге сказать «незабываемый», «классный», «отличный»? Ну, интересно, как, Дим? Мне кажется, просто «атомный». Ого. Ну что ж, молодым виднее. И сейчас перед вами самые юные атомщики нашей страны. Дети сотрудников атомных объектов России. Встречайте, детская группа «Ну, Кис». Чужих страстей. Были люди, стали копии на людей. Плачет в небе ангел и не несет вестей. Значит, мы не станем легких искать путей. Я поднимаю паруса. Мы не знаем точно, когда станем взрослыми. Память держит прочно детство, цветные сны. Если сказок не были, останется позади. Значит, всех нас где-то новые ждут пути. Я поднимаю паруса и рублю канаты. Зачем нам? Зачем нам? Зачем нам? Что чудо у чужой земли? Сам себе как капитан. Мы даем команды. Зачем нам? Зачем нам? Зачем нам? Что чудо у чужой земли? Дети правил и систем. Еще вчера понять мы не могли, что назло прогнозам всем. Но мы построим наш прекрасный мир, где по небу ходят корабли. Зачем? Зачем? Я поднимаю паруса и рублю канаты. Зачем нам? Зачем нам? Зачем нам ждать чуда у чужой земли? Сам себе как капитан, я даю команды. Зачем нам? Зачем нам? Зачем нам ждать чуда у чужой земли? Актер-певец Дмитрий Бикбаев и детская группа New Kids.